Сегодня в адрес главы городского объединения профсоюзов слова благодарности и признательности за самоотдачу выбранному делу и взаимодействие с другими общественными объединениями города. Анастасия Горохова завершает свою трудовую деятельность на память от коллег. Подарки и сувениры, и, конечно, благодарности и награды. Анастасия Горохова возглавляет профсоюзное объединение города 4 года. В последние трудовые будни с уверенностью отмечает, что за это время удалось сплотить первички и заложить традиции. Самое важное, наверное, направление наше – это создание первичных профсоюзных организаций. За время моей работы мы создали 33 первичных профсоюзных организаций новых в городе. Очень большое внимание профсоюз уделяет вообще. Это акции круглогодичные, которые проходят профсоюзы детям. Мы собираем очень много благотворительно канцелярских товаров, помогаем детей отправить в школу, помогаем именно многодетным семьям, малообеспеченным. Еще я бы отметила третье такое большое направление в нашей работе – это работа с ветеранами. В Новополоцке действует соглашение о сотрудничестве между общественными формированиями, профсоюзным объединением, ветеранской и молодежной организациями. Немало проектов реализовано общими усилиями, наряду с акциями и благотворительными проектами. В основе работы – социальная защита граждан, вопросы своевременной выплаты заработной платы и даже ценообразования. Сегодня профсоюз города Новополоцка – и первичные профсоюзные организации, и отраслевые профсоюзы, и в частности 4 года назад созданное городское объединение профсоюзов, ну, являются ведущие, как и, наверное, в экономике Витебской области. Здесь есть очень крупные профсоюзные организации, как «Нафта». Наверное, главное для профсоюза – это социальная защита членов профсоюза. И вот в таком контексте работает наше городское объединение профсоюзов. Согласно регламенту работы объединения, новый председатель назначается областным лидером. С этой целью Новополоцк посетил Иван Возмитель. В ходе встречи председателем первичек представили нового профсоюзного лидера Новополоцка Людмила Тращенко. С 8 апреля приступит к новым обязанностям. Я думаю, что справлюсь с этой должностью, буду поддерживать те традиции, которые Анастасия Дмитриевна создавала. И я думаю, что поддержка со стороны первичных профсоюзных организаций будет. Мы будем работать сплоченно. Нынешний год для профсоюзов особенный. Движение празднует 115-ю годовщину. Кроме этого, в планах активное участие в общественно-политических событиях страны. Юлия Рубцова, Артем Табаков, Вектор ТВ.